Всем привет! Только что привезли мой заказ из интернет-магазина. Я вам сейчас обо всем мною приобретенном покажу и расскажу. Я достаточно часто и давно пользуюсь интернет-магазинами, потому что не всегда можно без проблем найти тот или иной продукт, который не особо распространен. Ну, в интернет-магазинах, конечно, удобно заказывать такие вещи. Я нашла такой интернет-магазин, и там просто отличные цены, которые меня очень приятно удивили. О ценах продуктов, которые я приобрела, я вам расскажу, потому что я взяла с собой чек. И начну с вот таких вот восков в кассете, лаванда и ваниль. На них не буду подробно останавливаться, потому что ничего особенного нет. Вот такие зажимы я себе купила для волос, которые мне постоянно куда-то деваются и которые мне очень нравятся. Пользуюсь только такими. Значит, следующее. Это вот такое вот маслице от L'Oréal Professionnel. Называется, если я не ошибаюсь, Mitty Coil. Оно мне очень понравилось. Расходуется оно, в принципе, очень экономично. Хватило мне его надолго. Значит, сфера его применения следующая. Его можно добавлять в краску перед окрашиванием. Его можно наносить на волосы тоже перед окрашиванием. Защищает от иссушивания волосы во время окрашивания. И я им таким образом, ну, почему-то не пользуюсь, даже не знаю почему, а пользуюсь я ими, наношу на кончики после мытья головы, либо уже когда волосы высохли, дабы они смотрелись еще более блестящими, еще более увлажненными. Нравится мне в нем, что, конечно, никакого жирного блеска, никаких там грязных волос он не делает и не оставляет. Я купила точно такой же, только для окрашенных волос. Я его еще даже не открывала. Упаковка выглядит, ну, в общем-то, похоже. Вот, сфера применения этого масла совершенно точно такая же. Можно наносить перед окрашиванием на волосы, во время окрашивания в краску и также на сухие или влажные волосы. Так что буду пользоваться. Стоимость, кстати, его, вот это вот масло я в магазине в обычном покупала что-то в районе там 850 рублей в этом интернет-магазине. И это масло, и вот это масло для окрашенных волос стоило 640 рублей. То есть разница прям очень-очень значительная. Также я купила себе ради интереса вот такую вот кисть растушевочную. Вот такая вот круглая, достаточно большого диаметра. Стоила она какие-то сущие копейки, очень бюджетный вариант. Приобрела, опять же таки, ради интереса. Очень люблю покупать что-то новое, то, что я еще не знаю. Номер этой кисти 202N. И стоила она 315 рублей. Если начать к ней придираться и не обращать внимания на ее, в общем-то, смехотворную цену, то можно сказать, что у нее торчат некоторые волоски. То есть пострижена она, в общем-то, не очень ровно. Ворс тут козы, она, в общем-то, вполне себе плотно набита. Я, кстати, ее до того, как села снимать видео, попробовала. Растушевывает она вполне себе для этой цены неплохо. Людям, которые пользуются исключительно профессиональными кистями, дорогими, наверное, она понравится вряд ли. Для людей, которые пользуются бюджетными вариантами кистей, я думаю, что она понравится очень. Но, опять же таки, напомню, что стоит она 315 рублей. И за 315 рублей мне кажется, что качество ее вполне себе неплохое. Кстати говоря, пока я ее наносила, пару волосков все-таки осталось на моем лице. Не знаю, будет она лезть дальше или не будет. Я это проверю и обязательно вам как-нибудь расскажу. Дальше, собственно говоря, подводки. Ради чего все это затевалось. Вот так вот они выглядят в коробках. Вот так вот они выглядят, когда ими я уже попользовалась достаточно долгое время. Вот такие вот обтертые, краска с них слезает. Так, значит, я приобрела номер 4, это супер черный, ультра блэк, и номер 2 коричневый цвет подводочки. Также я купила себе подводку тоже черного цвета с экстрактом зеленого чая, по-моему, да, с экстрактом зеленого чая. И он подходит для самых, по крайней мере, тут написано так, для самых чувствительных век. Давайте я вам открою какой-нибудь из них и покажу кисточку. Вот так вот выглядит
кисточка. И это действительно кисточка. Это не фетровый наконечник, а именно кисть. Она очень тонко рисует. Я вам потом покажу это на руке поближе, чтобы вам было видно и понятно, какой же эффект она создает. Ну, черная подводка, кстати говоря, наверное, я не совсем как-то правильно ее выбирала на сайте, но она оказалась как раз-таки с фетровым наконечником, достаточно плотным. Я, честно говоря, не очень люблю такие вот подводки. Не знаю, как это, обязательно попробуем. Ну и вот эта вот подводка с зеленым чаем, наверное, именно из-за зеленого чая она стоит на 45 рублей дороже. Но кисточка у нее совершенно точно такая же, как и у обычной подводки Вов, которая называется Candy Pen. Вот эта вот подводка зелененького цвета с зеленым чаем. Еще раз проведу. Дальше. Вот эта вот подводка с фетровым наконечником таким. И коричневая подводка Вов. Выглядит вот так. И вот так вот выглядят сами кисточки. Чем же мне так нравятся эти подводки, что я заказываю их в интернет-магазине? Ну, во-первых, мне кажется, эти подводки отлично подойдут для людей, которые не очень умеют рисовать стрелки, либо которые, как, например, я, не очень любят заморачиваться при рисовании стрелки. Почему? Потому что, например, подводки с фетровым наконечником, к ним нужно приспособиться. И как только они чуть-чуть подсыхают, они оставляют навеки такую пунктирную линию, которую следует потом заштриховать или нанести подводку повторно. Мне это не очень нравится. На мой взгляд, вот такими вот подводочками от фирмы Вов с кисточкой на конце нанести без проблем можно с первого раза. Никаких пробелов навеки она не оставляет. Что касается пигментации. Например, если сравнивать с подводкой фирмы MAC, которую я, кстати говоря, недавно выкинула, потому что она уже засохла, я ей пользовалась раз в 10 лет. Вот, она не дает такого театрального эффекта, она не настолько сильно перепигментирована, и ее слой гораздо-гораздо меньше. То есть она реально как вот такой фломастер. Нет никаких наслоений, даже если вы будете наносить слой за слоем ее. Вот, ну и, конечно, из-за того, что кисточка очень тоненькая, стрелочка может получиться как прям очень тонкой линией, так и чуть потолще. И очень хорошо прорисовывается уголок глаза, не делает толстую стрелку, такую жирную. В общем, короче говоря, от этих подводок я просто в восторге. Да, кстати говоря, стоила одна штучка 240 рублей в этом интернет-магазине. Это совершенно для меня удивительно, потому что вот эти подводки, ну не именно эти, а вообще такие же, да, я покупаю уже лет 6. И вот 6 лет назад я покупала одну штуку, и стоила она что-то в районе 350 или 370 рублей. Почему эти стоят там вот 240, я даже не знаю. Вот это вот стоит зелененькая с экстрактом зеленого чая 285 рублей. Значит, единственный их минус, может быть, для кого-то этот минус, для меня это совершенно вообще не минус, их вот такой вот красивый серебристый вид исчезает примерно за месяц вашего пользования. Они становятся вот такие вот потертые, черные и не очень-то какие-то красивые. Но рисуют они, вот срок годности закончился, да, а они все равно будут рисовать. То есть они в процессе всего пользования, они абсолютно не засыхают и никаких проблем с ними не возникает. Ой, в общем, короче говоря, если кто-то не пробовал, вот я советую. Это действительно моя самая-самая любимая подводка. И лучше для себя я не встречала никогда. Ну, на этом, наверное, сегодня и все. Пока!